Когда-то рушник не выполнял роли полотенца для рук. Такая функция была у куска ткани с названием утирка или рукотерник. А вот рушник всегда нес роль сакральную, сопровождая человека в важнейшие моменты жизни – рождение, крещение, свадьба, смерть. В обряде рушник выступал в качестве оберега, либо украшения. Даже на территории Рязанской губернии, где в основном все декоративное богатство оказалось сосредоточено в костюме народном, другие предметы быта не особенно было принято украшать, рушники, тем не менее, тоже были частью той сферы, где реализовалось художественное чутье, художественное гений, наверное, нашего народа. Символика орнамента с течением времени забыта, однако элементы геометрических, зооморфных, антропоморфных форм дошли до нас в виде традиционных приемов украшения концов полотенца. Бережно сохраняемые, как плод кропотливого ручного труда, полотенца-рушники передавались из поколения в поколение. Однако сегодня интерес к ним, как к элементу самобытной культуры, возвращается, что и находит отражение в творчестве современных художников. Как символический предмет, вышитая ткань, украшенная кружевом полотенце, появляется в произведениях живописи художников. Как символ национальной самобытности. И мы видим эти предметы и в натюрмортах, и в интерьерах, которые представлены здесь на выставках. Это преимущественная работа рязанских художников, как раз созданная в последние три десятилетия XX века. Многие предметы крестьянского быта со сменой исторических эпох перешли в категорию музейных экспонатов, но традиционные полотенца-рушники остаются в жизни и даже в быту, как память о тех, кто желал нам счастья.